розпочати цей ефір хочу з неймовірно гарної пісні, яка вже підкорила наші одеські майданчики і не тільки. Тож, давайте розпочнемо цей ранок з «Бички в томаті». А ми продовжуємо наш ефір з цієї гарної пісні, яку заспіває для вас співак, композитор, музикант, продюсер та актор Максим Любачевський. Спросите, что почем и почему, и здесь, куда пройти, всегда вам скажут. На Дерибасовской всегда вас ждут, и на бульваре Дюка вам покажут. Застенчивым в Одессе быть нельзя. Нет, можно, ну кому оно все сдалось? Еврей еврея видит сдалека, тот мастерски умеет бить на жалость. Забудьте все и приезжайте сразу, у нас бычки в томате, как алмазы. На берегу жемчужного моря расскажут вам за Сару и за Борю. А Сокенбей, зачем вам за границу? Одесский порт вам будет долго сниться. Екатерина, но моргает Дюку, и якоря печатают на люках. У нас культура очень велика, один лишь театр оперный, что стоит. И голуби воркуют у моста, на староконке Сёма их разводит. Побыв хоть раз у нас, вернетесь вы, ведь каждый знает за Одессу маму. Потемкинская лестница судьбы не каждый разгадает эту даму. Забудьте все и приезжайте сразу, у нас бычки в томате, как алмазы. На берегу жемчужного моря расскажут вам за Сару и за Борю. А Зохенвей, зачем вам за границу? Одесский порт вам будет долго сниться. Екатерина, вновь моргай Дюку, якоря печатают на люках. Забудьте все и приезжайте сразу, у нас бычки в томате, как алмазы. На берегу жемчужного моря расскажут вам за Сару и за Борю. А Зохенвей, зачем вам за границу? Одесский порт вам будет долго сниться. Екатерина, вновь моргай Дюку, и якоря печатают на люках. Забудьте все и приезжайте сразу, у нас бычки в томате, как алмазы. На берегу жемчужного моря расскажут вам за Сару и за Борю. А Сокенбей, зачем вам за границу? Одесский порт вам будет долго сниться. Екатерина, вновь моргай Дюку, и якоря печатают на люках.